раскрыта личность короля ночи. Новая теория фанатов проливает свет на то, кем на самом деле является король ночи из сериала «Игра престолов». После первой серии 8-го сезона поклонники предположили, кем на самом деле может являться король ночи, и это не Бран Старк. Столь важный персонаж, как король ночи, появился в сериале еще во времена первых сезонов, и все это время зрителей дразнили разными интерпретациями мотивов и личности персонажа. Нам уже был показан момент превращения обычного человека в короля ночи во время ритуала, проведенного детьми леса ради создания оружия против захватчиков. Но дети леса и сами не знали, какого монстра породили, ведь король ночи может превращать трупы в живых мертвецов, и его армия не может оскудеть, а самого его невозможно убить обычным оружием, и даже неизвестно, справится ли с этой задачей драконье стекло, убивающее ходоков. Итак, мы знаем, что король ночи когда-то был простым человеком, и во время проведения над ним ритуала вокруг был сложен непонятный символ, напоминающий воронку. Теперь символ появился вновь в премьере финального сезона, выложенный в замке на стене. Впоследствии его поджег берег Дондарион, и некоторые фанаты выдвинули интересную теорию, увидев, что именно он напоминает. Действительно, прослеживается сходство с гербом дома Таргариенов, многоглавым драконом. Поклонники предполагают, что король ночи может быть Таргариеном. Доказательством этому служит то, что он оседлал дракона. Хоть и мертвого, а на это, как считается, способен ли член этого семейства или тот, в чьих жилах течет валерийская кровь. Впрочем, рождение короля ночи произошло очень давно, и кажется маловероятным, что Таргариен оказался там и попал в плен к детям леса, но ничего нельзя не воспринимать серьезно в преддверии многообещающего финала. Нас ожидают еще 5 эпизодов, так что мы, скорее всего, узнаем истинную личность короля ночи совсем скоро, и теория либо подтвердится, и в таком случае Вестерос наводнят тайные Таргариены, либо канет в небытие. Напомним, что одной из самых популярных теорий по «Игре престолов» является предположение, что королем ночи станет Бран Старк.